Вот такие мандаринки здесь продаются. Купили их по 2,5 лиры за килограмм. На вид они зеленые, но когда чистишь, они просто сладкие. И что характерно, в них нет ни одной косточки. То есть бывает, наверное, с косточками, но вот именно вот эти взяли. Я вообще офигел. Причем в магазине, в супермаркете обычно взяли, даже кэшбэк там начислили. Она просто сладенькая, вся оранжевенькая, да, папа? Офигенно. Оператор тоже хочет. 20 рублей за килограмм на наши деньги. Сейчас вот подходим к старому городу, и я второй раз опять удивляюсь, как здесь прикольно сделано. Просто камнями гальку повставляли в клей для кафеля. И какой эффект получился. Вот была бы у меня дача, я бы, наверное, так сделал. И прикинь, босыми ногами, как классно здесь ходить. По Анталии что могу сказать? Ну вот, кто здесь будет? Первое, что, это старый город, ну так погулять там, я не знаю, кто бухает там в ресторане, можно посидеть. Ну я посетил как бы авторынок еще. Самое здесь вообще райское место, райское местечко в Анталии, это Каньялты, то есть. Там набережная Каньялты, парк вот этот, там действительно для отдыха, не для того, чтобы там как-то ошкурить человека, что-то там денег больше потратил, а просто свободная такая территория, пруды. Скамеечки, дорожки, всякие разные там растения растут экзотические. На набережной, соответственно, всякие дорожки, ну там и теннисные корты есть, ну в общем все, и купаться. Ну и вот самое райское место в Анталии, это вот Каньялты. А голубь сидит, смотри, как ни в чем не бывало. Блин, именно в день, когда нам нужно переезжать с одного отеля в другой, с Анталии в Аланию, блин, самая жесткая погода вообще какая-то. Ливень, гром, молния, вообще непонятно, что творится. Такая вот жесть, хорошо хоть можно под крышами пробраться здесь и не сильно намокнуть. Это у нас автовокзал Анталии, похож на аэропорт, если честно. Купили билеты всего по 40 лир. Еще час есть до автобуса. Просили хэс-код, даже в аэропорту не спрашивали, здесь спросили. Ну а ПЦР-тест не спрашивали, да он уже и кончился. Так, вот какой-то из этих наш автобус. У нас оденет, вот он. Давай куда-нибудь пойдем пока. Ты, по-моему, уже хочешь домой забрать. Блин, чуть не уехали в Стамбул, не на тот автобус сели. Нам что-то в ту сторону показали, мы сели вроде, никто ничего не спрашивает. Фу, сейчас вот на новый автобус сели. Тоже что-то никто не заходит. Мы зашли, сели, непонятно места какие занимать. Никто ничего не понимает. Жесть вообще. А, еще берем вместе, да, наверное. И вот мы в провинции Алания. Блин, колеса себе купил за 1500, новые, такие жаркие вообще, блин, просто ноги сварились. Вот это автовокзал, значит, стоянка автобусов практически в центре. Нам до отеля в районе пару километров, сейчас прогуляемся. От такси, которое предлагает, мы, конечно же, откажемся и посмотрим уже Аланию. Давно здесь не был, очень давно. Итак, вот это наш отель в Алании. Мы приехали, уже оценили, что цены здесь, по крайней мере, в кафешках точно больше. Ну, не знаю, прям заметно больше. Но номер у нас тут просто практически за те же бабки, даже завтрак включен. Примерно 2300 или 2400 я заплатил. Номер, конечно, царский. Но сегодня 1 ноября. Вот это осенний денек в Алании. Но вроде как... завтра, послезавтра будет уже очень тепло. Вон, смотри, Дем, вон на горе, я люблю Алания. Вот такой вот у нас отель Вася. Отель называется Вася. Вася-Кертай. Да, во втором корпусе. Две шконочки. Сейф платный, Wi-Fi платный. Wi-Fi здесь нет, и я очень рад этому, что Wi-Fi нет. Мы будем больше отдыхать, больше общаться. Сынишкой. Ну, одеяло есть, ну, конечно, только одно. Ну-ка, а здесь что?
Здесь столько этих, Дем, как будто здесь, блин, жить. Шкафов столько, зачем? В общем, кондишка работает. Вот такой вот санузел. Нормальный душ. Да, не такой душ, как там, да, совмещенный с этим. Да. Ну что-то сливом пахнет, правда, да? Надо канавыгу будет целлофаном закрыть. Нормально, жить можно. А, 2300-2400 я отдал за 4 ночи. Ну то есть это за двоих с завтраками, ну это просто бесплатно. Вот судя по тому, как в кафешках здесь какие цены, мы пиццу купили вот за 350 рублей примерно. Ну она здоровая, конечно, но тем не менее. О, телек. И а что мы там будем делать? На горе? Да. Не знаю, давай у кота спросим. Кот, что мы будем на горе делать? Блин, мандарины валяются прямо это, прямо на дороге. Пляжи здесь песчаные есть. То есть там был галечный пляж. Вот скверик. Кто-то купается, прикинь, в такую погоду. О, запах тут, конечно, вообще обалденный наверху. От вот этих, видимо, хвойных деревьев. Охота сидеть тут вечно. Дыхательную терапию принимать. И сколько здесь не сидишь, к этому запаху даже не привыкаешь. То есть он такой насыщенный. Придется здесь нам переждать дождик этот. Надеюсь, сюда сейчас народ не хлынет. Это же старинная гора, да? Да. И тут раньше вот это был чей-то домик, может, или может какой-нибудь ларек, магазинчик. Да, теперь это, походу, мусорка для туристов. Ну, теперь везде, где вход не платный, везде мусор бросают. Да, видок хороший. Так, сейчас едем на первый. Застряли в лифте, похоже, что-то ни на одном этаже не открывается. Вот с первого мы поехали. И уже на первом не открывается. Ну-ка на нулевой поехали. Почему-то горит вот это колокольчик, да? Офигеть. Он, видишь, до конца не доезжает. Блин, на первом-то он запустил, да? Что он скрипит так? Ну не знаю, может, что-то настроить надо его. Офигеть! Еще хуже. Ну доезжай, пожалуйста. Ой, тихо. А, не доехал. Please open the lift. А, мы на первых прям. Да и... Убегай. Что, заслуженный отдых? Да. Желательно, если папа надо в телефон чуть-чуть поиграть. Сегодня купаться будем, короче, вообще. Вот так. Папа там что-то делает. Смотрим стоимость бенза на заправке в Алании. Получается моторин 7,95, а курс Унзун 8,55. Я думаю, все поняли. Вон, кстати, мойка рядом самообслуживания. А, и от ЛПГ 5,99, почти 6 лир. То есть бензин на месте, бензин продается. Демид отмечает тут всякие разные мотороллеры забавные, с крыши, без крыши. Сегодня 3 ноября, начинается пляжная погодка, срочно идем одевать шорты. 3 дня сейчас будем жариться здесь. Да вообще просто жарко!
Вот как 12:00 стукануло, я прям заметила этот момент. Начало прям в этот момент солнце на нас начало светить. Да, на нас и на всех туристов. Вот в ноябре, чтобы путешествовать, заниматься туризмом, сразу и пуховики, и куртки, и шапки, и шорты, и кроссовки, и тапки. То есть все нужно, полный комплекс вообще. Одежды. Видочек, конечно, вообще классный у нас. Дем, ты салат будешь? Вот эта кухня у нас all inclusive. Такая вот, такие блюда, в принципе, вкусные. Это вкуснее. Фу, вроде не пережирал нормально, блин. Тут вы с этим all inclusive, вам главное не переесть, потому что ну, это жесть потом. Какая-то, просто поменьше, поменьше всего. Хочется всего попробовать. В принципе, вкусно, нормально кормят, да, пацан? Да, вообще отлично. Ну, пережирать вот прям вот вообще легко. Я не знаю, как там вообще какие-нибудь детки, бабки берут по 4 тарелки. Вот здесь подъемнички эти, фуникулеры. Пляжик, море. Так, пока погреться, да, поваляться? Волны сегодня царские. Тут сегодня какой-то забег у ребят вечером. Вон полиция, все с фонариками и с номерочками, вон уже разминаются, наверное. Видим 10 кошек, рядом надо каждого котенка погладить. Так вот вечера проходят у бара и у бассейна, в котором мы еще ни разу не купались. Здесь кошек просто неминуемая. Здесь ходить. У нас кошачий дом. По бензу все уже с ценой разобрались. Сейчас посмотрим мойка сколько стоит. Вот так выглядит самомойка в Турции. Так, сила 3 лиры, капук 3, что-то тут это стерто, непонятно. А, все по 2 лиры. Су, якама 2 лиры, капук 2 лиры, сила 2 лиры. Я так понимаю, все поняли, да? Всем все понятно, автомобиль якима, матик. Вот наш новый номер. 4105. Посмотрим. Пахнет хорошо. Туалет отдельный. Все. Постелька есть. А тут есть каналы. Так, ну это не знаю. Ну телек поменьше. Ну попроще здесь, конечно. Вот, так тут даже балкон есть. Холодочек. Холодочек, ничего тебе не положили, да? Ага. О, сразу НТВ. Сегодня у нас 6 ноября. Средиземное море, Алания. Идем, давай с разбега. Так. У нас, значит, последний вечер на берегу Средиземного моря в Алании. Закат офигенный. Там он музыкант, видео снимает какое-то. Сын у меня вон он, на горе. Ну вот, теперь время в курортной, в пляжной Алании точно подходит к концу. Что сказать, ребята? Отель вообще был у нас по халяве. 600 рублей в день.
были указаны просто завтраки включены. Оказалось, как-то все включено. То ли ошибка какая-то, то ли так и должно быть. Но сейчас этот отель уже стоит 1600 в день, если вот так на двухместный номер брать, на двоих. Билеты тоже на самолет дешманские. Мы улетели по 4800. Сейчас вот смотрели обратно билеты там. В Уфу прямые билеты из Стамбула есть по 3300. В Пермь тоже есть по 3300. То есть надо мониторить, смотреть. Турция. В Турцию можно слетать и отдохнуть очень-очень дешево. Привет! Смотрите, какое у меня богатство! Да, набрал сока. В этом отеле мы не только прожили 4 дня вместо завтраков, там all inclusive, но и сейчас уже переехав, иногда забегаем сюда подкрепиться, как бы по старой памяти, как говорится. Мораль в чем? Что мониторьте, не сидите дома. То есть можно было за 10 дней отдать там 6 тысяч за отель, 2 перелета туда-сюда, ну если там повезет, 1020, да, за двоих. Ну, грубо говоря, в 30-ку отдохнуть вообще нормально. В ноябре погодка шепчет, тут еще неделю можно оставаться смело. Просто у нас уже билеты все куплены на обратную дорогу. Переносить билеты дороговато. Сюда дорога 10-ку обошлась, обратно 20-ку. Но у нас непростая дорога, мы еще в Стамбуле попутешествуем, в Грозном. Так что у нас еще все продолжается. Вот на этом красавце мы едем. Ночной переезд у нас по Турции, через всю Турцию. С юга на север. Стамбул. Очень странно, что нет туалетов в большом автобусе, который ездит там по 10-12 часов. Я вот в Египте ездил между городами в автобусах, там в таких же автобусах, ну по размеру, есть туалет. Тринадцать с половиной часов в автобусе, это просто жесть. Еще полтора-два часа кружили вокруг Стамбула, надо было еще раньше выйти на другом авторынке. Блин, как еще выйти с этой территории, вообще хз. Вот цены на овощи на рынке. Капуста, или что это, да, капуста 3 лиры, баклажаны 6, перец 3, помидоры 3, это что-то такое непонятное, тоже 3. Идем сейчас на авторынок, тут буквально пару километров от этого, от автовокзала, ну уже намного меньше. Уже 1,8 км осталось. Маршрутки тут, конечно, есть угарные, нифига сколько тумана. Да, Opel офигенный, олдовый. Но где-то вот уже подходим, уже машинки натирают, стоят ребята. Уже чаек продают.